Доброе утро. Итак, если кому интересно, сделаю это небольшую запись, показывающую о том, как надо проводить предполетную осмотр этого самолета. Так, подходим к самолету, заходим. Так, первое, что мы делаем, отстегнуть рули. Это такой вот пайперовский метод их заблокировать на время стоянки. Затем мы выпускаем закрылки, включаем мастер, проверяем указание топливомеров, идем быстренько на улицу и проверяем работу, то что огни работают. Огни, а правый почему-то не горит. Ладно, пойдем дальше. А, секунду. Наверное, предыдущий студент выключил навигационные огни. Оп. Probably yet. Once more. Now. Да, вот они горят. Правая. Заодно проверяем, как работает указатель сигнализации срыва потока. Если here's beeping. Слева горят. Проблесковый работает. Маяк. Дымовой огонь горит. Быстренько возвращаемся. И выключаем, чтобы не расходовать аккумулятор. Так, можно еще открыть это окошко, чтобы проветривалось. Идем дальше. Так, начинаем прямо от входа. Проверяем тяги, они должны двигаться, но быть крепкими. Проверяем гайки снизу. В целом, что он не шатается. Еще одна. Проверяем свободный ход элеронов. Осматриваем сверху. Осматриваем снизу петли. Тягу. Крепко. Петли здесь. Отлично. Смотрим, что огни не шатаются значительно. Смотрим переднюю кромку. Чистая. Никаких вмятин. Этих заклепок и не было. Что с ними все в порядке. Правое крыло. Проверяем, что вот эти вот вентиляция. Так, а вот я с вами заговорился, забыл взять пробник, измерялку для топлива. Она была в этом кармашке. Вот она. Вот она. Смотрим качество топлива, сливаемого с нижней части топливного бака. Fuel and looks like fuel. Видите, здесь не видно никаких пузырьков воды, так что мы открываем топливный бак и сливаем обратно. Заодно смотрим внутрь, что мы видим чуть ниже выступа. Окей, запомнили. Открываем обратно, проверяем. Идем дальше. Дальше мы берем чуть в сторону.
Открываем правую створку капота. Так, смотрим на предмет в целом течи. Ну, здесь он немножко подтекает, но, в общем-то, в общем, в целом, все в порядке. Открываем проверку, делаем проверку уровня масла. Чуть-чуть выше 6. 6 это нормально, 8 это максимум, 5 это минимум, 6 нормально. Я потихоньку он масло таки ест. Закрываем обратно петли. Оп. Открывается легко и непринужденно. Вроде крепко. Идем дальше. Секунду. Мы не посмотрели стойку. Значит, шток выглядит нормально, подтеканий нет, выдвинут достаточно, тормозные колодки достаточные, никаких царапин на диске нет, колесо, ну, колесо недавно меняли, оно выглядит вполне неплохо. Значит, переходим сюда, то же самое смотрим, кроме тормозных колодок, с носовым колесом, все выглядит в порядке. Смотрим отверстия входные, никаких, ничего не мешает. Можем проверить натяжение ремня, крепко, тут никак ничего нет застрявшего, ничего не мешает. Смотрим спиннер, я не помню, как это будет по-русски, нет трещин, целый. Смотрим винт, двусенцев нет. Речи нет, все целое. Смотрим эту сторону. Нет. Все целое. Переходим сюда. Да, проверяем выхлопные трубы. Крепкие. What? Spare, no. Oh, check it, because check it, you should better check it, because we might have yes, six something. Oh, you can just go through the... You better go through baggage door. Смотрим с этой стороны. Тоже течи нет. Все провода на месте. Ничего не выскочило. Все целое. Окей. Okay. Окей. Okay. You're welcome. Закрываем. Левую створку капота. Окей, так. Проверяем топливо, находящееся в fuel strainer. В общем, это буквально типа как отстойник перед двигателем уже. Так. Смотрим. Чисто. Все в порядке. Идем сюда. Открываем бак. Вылимаем бак. Заодно смотрим уровень. Ну, ниже, то есть ниже табов. Но надо будет дозаправиться. Это в начале полета. Так. Смотрим внизу, смотрим шасси. Ну, тут немножко она выдвинутая, но выглядит нормально. Тормозные колодки, резина, диски, все в порядке. Проверяем топливо. Проверяем топливо. Также все чисто, воды нет. Сливаем. Это нам больше не понадобится. Смотрим дальше. Передняя кромка
Все в порядке. Отверстие для вентиляции. Вентиляция баков нормально. Отвязываем левое крыло. Кто-то затянул хорошо. Подождите немного. Оп. Осматриваем трубку ПИТО. Она здесь вот такая вот. С другой стороны. Статик порт. Вот на статике. Там есть место для слива. Оно тоже будет нормально. Смотрим дальше. Левый крыл, левый винтип. Огни нормально. Проверяем ход элерона. Смотрим заодно его сверху. Смотрим снизу. Петли. Тяга. Нормально. Петли нормально, элерон в порядке. Смотрим на закрылки. Левый, точнее левый закрылок. Крепко. Всякий случай проверяю гайки. Проверяем тягу. Нормально. Так, осмотр крыльев завершен. Крыла завершен. Переходим к хвостовой части, смотрим антенны. Антенны в порядке. Все выглядит крепко, считается. Переходим к, как это, к стабилатору. Да, к стабилатору. Он же стабилизатор, он же элеватор. Вот тут нам засверлили по нашей просьбе. Тоже проверяем свободное его движение. Двигается свободно. Проверяем крепление тримирующей поверхности, тримирующей плоскости. Все петли выглядят нормально. Так, проверяем крепление стабилизатора сюда нормально. Отвязываем хвост. Вот там вверху окошечки, гаечки выглядят нормально, иначе не проверить. Можно его подергать, но толку от этого никакого нету, потому что он соединен с носовым колесом, поэтому все равно ничего не повернешь. Собственно говоря, приемное электричество закрыто, то бишь дверь багажная закрыта, проверено, внешний осмотр завершен. Можем вернуться обратно в салон. Продолжить префлайт чек-лист в самолете. Отлично. Так, это будет в другой раз. Спасибо. До свидания.